Привет, ребят! Сегодня я вам хочу показать еще вот такие вот четки. Что это за камень и почему именно из таких камней я сделала четки и для кого? Конечно же, это для моей девочки, которая сейчас, скорее всего, узнает свои четки. И это камень халцедон. Халцедон – это вообще сила всей кварцевой группы. И она усиливает именно силу кварца и агата. Именно поэтому я сделала здесь и агат, и кварц, и халцедон. Халцедон – это очень мощная энергия, с которой могут справиться только такие люди, властелины. И так как это женские четки, это были сделаны для девочки, для женщины, красивой очень. У нее достаточно большая семья, и вся семья со своими способностями очень сильная, очень мощная. И ей необходима та сила, та мудрость, та царская власть именно царицы. Именно поэтому здесь у нас добавлен вот такой вот слоник. То есть слон – это власть, это царствие. Это мудрость. И вот эта вот мудрость, которая здесь как раз в агате. Почему в зеленом агате? Потому что зеленый агат – это путь к себе. Зеленый агат – это всегда путь к себе, это всегда про себя. И, конечно же, здесь 99 камушков. 99 – это 3 раза по 33. 3 раза по 33 – это всегда на грани перерождения. И 99 – это всегда готовность выйти в следующего себя. Всегда готовность выйти в следующие свои плотности, чем она сейчас и занимается. Поэтому это, моя девочка, для тебя, и они отправляются к тебе.